Партия «Справедливая Россия» сегодня представила первый выпуск своего агитационного проекта, который называется «Дебаттл». Трехминутный ролик сделан в форме мультфильма. Авторы на примере битвы рэперов показали, как, на их взгляд, могли бы выглядеть предвыборные дебаты между лидерами партий. Руководитель «Справедливой России» под псевдонимом Оксимиронов и его оппонент, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в ролике «Зюгана», спорят о будущем страны. По словам самого Сергея Миронова, вначале он отнесся к идее скептически, но, поговорив с соратниками, нашел в ней интересные моменты. Когда мне это показали, я сказал: ребята, ну это как-то вообще не очень серьезно и выбивается из тех привычных рамок, в которых я привык вести и кампанию, и какую-то полемику. Но молодые ребята сказали, что ведь мы должны наши идеи, в том числе, до молодежи доносить. Такая форма будет для молодежи интересна и перспективна.